И вот наше ИСТП через LAN-провод на MacBook'е начинал это обновление автомобиля. То есть у нас идет, хотя у нас задача стояла вообще проинсталлизировать нормально, ну, новую голову, которая RAD2 slash Mac определяется. И она ее вообще рисует по шине мост. Да? Но моста у нас, как видите, нет. Она нам делает программирование гейтвея. То есть у нас гейтвей GBE находится в режиме программирования. Вот, соответственно, у нас погасла клемма. Ну, не то, что клемма, да. Она у нас гейтвей. Все-таки гейт на той гейтвей, чтобы отвечать за согласование блоков. Ну, зажигание было включено. Сейчас клемма, как будто зажигание выключилось. То есть просто вставлен, защелкнут ключ. Вот время у нас 13 минут расчетное. Преимущество ICOM'а перед деканом, через который тоже можно симулятором программировать автомобиль, в том, что он сначала программу кэширует в ICOM. То есть как бы то, что WinKFP отдельно можно проливать. А потом уже из ICOM'а она заливается в автомобиль. Сейчас мы видим, что у нас блок, ну, какой-то блок проходит в программирование. Более подробно можно посмотреть. Смотрите, она нам начинает программирование блоков, которые, кстати, не обновлялись на этом автомобиле никогда, ну, вручную. То есть я на этом автомобиле приложил немало усилий, в силу некоторых особенности по обновлению и чипованию DDE, по выпиливанию ELV, который и так был выпилен механически, но при этом щелкал из кассы. Потом что мы еще? А, ФРМ тут очень интересный был с EEPROM-ными ошибками по секторам памяти процессора, которые были у нас. Ну, как сказать, то есть полумертвый, но в итоге мы его не снимали, а там три этапа обновили, запрограммировали через WinKFP, что он у нас как бы продолжает нормально функционировать. Сейчас она нам обновляет DCT, DSC. Вот, автомобили включились дворники, потому что это некоторый аварийный, да, режим работы. Хотя вот она начинает ее программировать. ICOM трудится, не покладая рук. Раз использую, кстати, удлинитель для подключения, потому что у ICOM A2 нормального, который не с красной защелкой вот на этом проводе, у него довольно жесткий провод, и его неудобно банально вставлять, потому что даже вот когда у нас на улице 25 градусов тепла, а бывает, что приходится там минус 10 поработать, как бы, там провод гораздо жестче. Соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Ну, DSC заканчивает успешно программирование. Хоть у нас это и не в серии, которая умеет переключать зажигание, но как мы видим,
У нас машина тоже во время программирования блоков отключает ненужные как бы блоки для того, чтобы экономить электричество, электроэнергию, и аккумулятор наш, который в принципе посмотрим, как себя чувствует, но вот рефреш, он в принципе себя чувствует неплохо. Вот. Ну, учитывая, что MacBook сейчас посмотрим, как у нас немножко зарядился в процессе инсталляции всяких вещей, то есть вот, АКБ MacBook заряжен на 42%, поэтому для поддержания его стабильной работы, чтобы не рисковать, используется вот такой пропеллер преобразователь, потому что пока еще как бы оригинальный Apple адаптер не закуплен. Вот, она нам допрограммирует EPS. То есть так, что? Воскресенье вечер. Время практически уже 8, да, начало 9, но программирование СТП, к сожалению, у нас довольно нерасторопное. Вводим такой красивенький значок info, который значит, что он нам пишет. Опа. Программирование по API. О, EPS. Электромеханический усилитель рулевого привода. Хотя как бы к мультимедии, в принципе, он никакого отношения не имеет. Visual Communication, QAPI, там что-то, что-то у нас. Аутификация. Ну, аутификация у нас пройдет. О, программирование у нас завершено. Теперь начался программирование блока ФЗД. ФЗД — это у нас функциональный центр в крыше. Отдельно указаний ИСТП не получаю на ее программирование. Вот, видите, КАС у нас уже отмечен как замененный. Вон. Номер АО, все у нас замена, подготовка после замены, то есть касса у нас все в порядке. Вот. Ну, во время программирования автомобиля периодически там пищит звонок, который, кстати, красиво работает через, да, мультимедию автомобиля. Это нормально, этого не стоит бояться. Самое главное, что вольты как бы стоят на месте и не мешают ИСТП работать. Потому что иначе бы без перебойника мы бы с вами никак не обошлись. Вот. Запрограммируем инфу. Заодно выполним сенсибилизацию заслон. Вот, вольты даже не пошевелились. Вот, что у нас тут, так сказать,
в реале, да, вообще все в порядке. То есть этот аккумулятор уже был проверен не раз. Мы его, так сказать, это. возможностях и выносливости я лично вообще ни капельки не сомневаюсь. Конечно, машины, которые я вижу первый день у себя на диагностике, Ну, я более. ну, так сказать, грамотно, не тоже грамотно, больше времени трачу на настройку от вольт, можно на ходу поставить Какое-то другое значение там после запятой, чтобы это отразилось на более стабильно и как сказать, ну, результативном по по итогу программирования. Вот. Так что вот. остается всего на 5 минут. и машина будет готова. Выдача. После чего Посмотрим, что у нас станет с мостом. Но если уж в крайнем случае. объем через, ну, через КСП, я думаю, даже не стоит, чем КС-экспертом посмотрим вот этот раз. Сейчас у нас вот смотрите. Это она обновляет Для списка опций, в целом для коммуникации, приборную панель. Потому что это, вот реально, действительно, те блоки, которые в автомобиле я не обновлял через КФП, они обновляются у нас через ИСТ. Процесс программирования приборной панели, конечно, выглядит весьма забавно, но это заложено инженерами BMW, как бы, а кто у нас сомневается в качестве софта и в грамотности решений с баварского автозавода, с мюнхенского инженерного центра по разработке ПУ. Тут никаких сомнений нет. Поэтому давайте прервем пока это видео и запишем третью часть уже по окончанию.